До одного из главных праздников страны, Нового года, остается чуть больше месяца. И это традиционное время для активизации продавцов суррогатного алкоголя. Один из них приехал в набережные Челны, чтобы продать крупную партию фальсификатов, в том числе элитных марок. Но сделка не состоялась. Приезжего торговца задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия ОВД. Из автомашины обнаружена и изъята алкогольная продукция различного наименования. Общим объемом более 3000 литров, в том числе коньяк известной торговой марки в количестве 195 бутылок с признаками подделки, предназначенная для дальнейшего сбыта на территории города Набережные Челны. Все эти бутылки с опасным купажом могли попасть на столы челнинцев. На несостоявшегося предпринимателя возбудили уголовное дело по статье «Незаконное использование товарного знака». Если его вина будет доказана, то ему будет грозить штраф в размере 120 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до одного года.